у Кости на деталях товара есть небольшой баг. Вот если мы сейчас перейдем на детали, значит, потом откроем вкладку Reviews, никак это не заполним, а потом выбираем, значит, ну, вот опция уже тут выбрана, кликаем Add to Cart, он нам, значит, выдается ошибка Select Product Option, хотя здесь все выбрано. И просят обязательно заполнить вот эти поля. Нужно, чтобы как бы этой ошибки избежать. То есть пользователь не собирается, передумал добавлять ревью, а просто хочет добавить товар в корзину. Но теперь, чтобы это сделать, судя по всему, нужно перейти в Product Information, не каждый клиент может это понять.